Посмотрите, сколько еды! Мы с мамой готовим со вчерашнего дня. Вот это красотища! Жаль, что мы не можем остаться на ужин. Конечно, вы останетесь! Садитесь! Но... Время еще есть. Спасибо вам за гостеприимство. Извините. Белый просит прощения. Вы такие неуклюжие. Джон, помолчи. Нет, сама помолчи. Не обращайте внимания. Ну что ж, налетайте. Ого, да чего аппетитно. Белый попал в кулинарный рай. О, нет, вот и будильник. Простите, миссис Парк, но нам нужно идти. Что за глупости? Вы только пришли. Прости, Хлоя, просто мы... О, тут на всех хватит. Вот, попробуйте это. Называется чон. Эй, а тюлени мясо вкусное. О, нет, я вегетарианец. Да. О, это тебе точно понравится. Ну как? Готовить умами очень непросто, но... Спасибо, было очень вкусно, нам пора идти. Мы возьмем еду с собой, а потом все тебе расскажем. Нам очень-очень-очень-очень жаль. Да, мы не нарочно, это случайность. Я знал, что этим все кончится. Прости нас, Хлоя, мы так виноваты. Давай помогу. Я сама. Нет, пожалуйста, нам не трудно, Хлоя. Я сама справлюсь, уходите, вы же куда-то торопитесь. Нет, это правда, если вас ждут в другом месте... Не переживайте, мы все уберем. Нам очень стыдно. Очень-очень стыдно. Белый в отчаянии. До встречи, Хлоя. С Рождеством вас, дикие звери! Джон, помолчи! Лучшая вечеринка всех времен. Щенок бесплатно. Не очень красиво вышло, Грис. Да, но не переживайте, всякое бывает. Зато оно-мномо, повеселимся как следует. Ого! Это размах! В жизни не видел ничего подобного! Белый не в силах сдержать восторг. Очень зажигательно. Не верится, что ном-ном нас пригласил. Не приглашал. Что вы здесь делаете, медведи? Пришли меня раздражать, да? Но ты сам нас позвал. Что? С чего мне вас звать? Да сюда. Ха, неважно, это приглашение предназначалось не вам. Это ошибка! Мой телефон! Эй, ответственный за приглашение, ты уволен. А вы прочь с глаз. Или вас так отделают, что будете молить о... Сэр. Что? Эй, а я тут отдыхаю со своими лучшими друзьями-медведями. Мы отлично проводим время на моей вечеринке. Правда, парни? А ну-ка улыбаться быстро. И не забудьте сверхценный подарок. Не правда ли щедро? А теперь скройтесь. Ну что ж, продолжим распространять веселье. Не могу поверить, что мы бросили своих друзей ради этого. Они были искренне нам рады. Мы вели себя как эгоисты, а теперь их праздники уже закончились. Если бы мы могли загладить свою вину. Братцы, у меня идея. Первая остановка, Тейпс. Пора спасти Рождество. Иду. Привет! Рейнджеру Тейпс. Надо же, какая прелесть! Поиграем? Ко мне, малыш! Пошли, крошка Рейнджер! Идеал! Что это? Хлоя, ты что-то готовишь? Нет, это не я. Надо же. Вы? Доброе утро. Мы хотим попросить прощения за вчерашнее. Белый старался. Ой, как аппетитно. Спецугощение от Белого. Мы знаем, что плохо поступили вчера, и что оттереть кимчи от ковра очень трудно, но ты должна знать, что мы дорожим дружбой с тобой. Какая вредная тихо, как разливное, да, Саша.